Сера? Сера? Я вот, помнишь, я тебе посылал ссылку, когда я посылал штук, только этот, как его, фирменный какой-то. У него передний динамо втулок, у него багажник в комплекте, у него фонари штатные в комплекте уже. О, Ваня, фонарик. Да. Я, конечно, узнал, купил бы с диском на ноги. Что, давно так посылал? Да, в отеле было. Подумал возиться. Я пришел, я после работы получил в магазин, закинул. Вот эти карманы, что это? Такой баллончик. Кстати, да, вопрос-то сейчас мы как, вброд или в объезд? Как бы вброд. Давай подъедем, мы там решим. Просто. Или нет. В принципе, брод-то там такой лайтовый совсем. Набран лайтовый. Не, ну тебя мы поможем. Нет, я тебя прокажу. А ты отрезал резинки-то? А? Резинки отрезал? Веревки? Нет. А что-то я их не вижу. Я их спрятал. Ну что надо? Что? У тебя снимается же баул. Да, я его снимаю, но опять. Не проблема. Брал зал, кстати, регистрировать зал. Сколько диаметров? 8. Давай. Олесь, положи свой велик, возьми кухню. Да? Велик свой положи, возьми. Вань. Сколько мы 8 км срежем где-то, да, получается? Да, где-то так. Там получается что-то километра 23 из Юмы.
так, у меня стандартная, а Ваня не знаю. Ваня, стандартный чехол? А? Это стандартный чехол для колонки? Для колонки, да. Если мы поедем напрямик, там получается 23 километра с половиной. А если будем ехать как в прошлый раз, где-то. Там что-то 30 километров, 300 метров. Это такое место, того места, где мы по трассе едем. Да. То есть, как бы если мы срежем около 7, да. Плюс мы вот эти горки срежем, подъемы вот эти крутые. Плюс мы не... У которой потом уже были, когда мы проехали церквушку. А, когда Виолетта умирала? Да, да, да. Все, да, 8 часов ровно. Я думаю, что кто хотел, тот бы успел или позвонил бы. А поскольку нет никого. Вот Олеся, смотри, стояла 15 минут, красовалась, а воды не попила. А старец, поедешь? Через 25-го, 26-го, 27-го. Да. Потому что в следующие выходные у Крылова будет поход. И у Дегтярева, по-моему, поход, петля ночная. Вань, или нет? Сколько колес сегодня проколёб? Чё? Сколько колес сегодня проколёб? Пока поеду с тобой. Сколько раз? Да. Да не сколько, мог. Я камеру взял. Ну, правильно, есть камера и запор. Кстати, сосался. Ну, ты раз я проколёсся или не проколёсся? Потому что мы хотим вот 25-го, 26-го, 27-го в Старицу. Но единственное, что, опять же, как бы, если мы поедем в пятницу, мы поедем в первой половине дня с утра. То есть, может быть, нас кто-то будет догонять, а вечером, может быть, приедет Илюха на машине воду привезет. Вот. А кто захочет, может поехать в субботу с утра, кто работает. То есть, как бы две группы сделаем. Все, потихонечку. Так что старец, конечно, было бы здорово. Давай, давай, до самого конца.
что, ты рыбалку всю купил? Да. Молодец. Я все есть. Вроде. Я чай позвоню. Да, да. Без проблем. Сейчас просто видишь, холодно сегодня. А бесплатно прыгать, Ваня? Ну как бы... В том году было вообще по желанию, кто сколько денег даст. Типа дай полтос и ладно. В этом году я спросил, типа, чё к чему. Но он говорит, типа, 100 рублей прыгай сколько хочется в день. А-а-а. Ну это вообще не значит, что надо платить. А кто организует? А скалолазы наши тверские. А, скалолазы? Да. Ну да, то есть как бы он говорит, если поможешь, постоишь, там подстрахуешь, там наверх. Да, то как бы вообще бесплатно. Это как бы все равно между собой чисто скидывался, чисто на амортизацию оборудования. Да, да, понятно. В том году там человек 50 было в общей сложности, я говорю, собрали 2000. Ну правильно, 500 рублей дал я, погоди. Ну, а что я два раза спрыгнул? А третий раз мне просто было тяжело залезать. Мне не жалко было, да? На елку, да. А сейчас мне никак вообще не залезть. Мне не залезть, и мне потом не отцепиться. Я как бы сказал, типа, если меня подымете. Ниже есть вот такая фигня, на которую ты подтягиваешься и залезаешь. Знаешь, как спрыгнуть мне пошел сегодня? Я не знаю, я знаю, что за $10 можно купить телескопический спиннинг. Алюминиевый спиннинг с катушкой с этим понтами. Спиннинг. Ладно, посмотрим, как это скажешь. Ну, около 1000. Полный комплект сейчас продается. Спиннинг, катушка. Ну такой простенький самый, тяжеленький. Я ж не знаю, какой там у тебя класс. Есть там, знаешь, катушки по 10 тысяч. Наверное. Катушка до 300 рублей. Я говорю, там катушка 300 рублей, уделишь рублей 300 и вся фигня. 500 слышишь. Ага. Я смотрю, что она? Так я не понял, ты спиннинг тоже купил? А? Спиннинг тоже купил? Вот и купил. Мне деньги дали? Ага. Да, давай разломался. Дали деньги, дали. Я-то думал, ты... Ну, Вовка деньги дал. Нам говорит, Иван, я разломал спиннинг, короче, твой. Ага. Я-то думал, ты, он тебе удочку вернул, а катушку-то новую. Не, он мне просто говорит, на, вот, я спиннинг сломал, короче, надо деньги на катушку надо собирать. Еще пару рублей ты можешь купить, да, еще заказ. Ну, такое дорогое, простенькое. Ну, понятно. Но у меня спиннинг был советский, у меня вообще не раскладной был. А-а-а. У меня был, мне чем это, целиковый. Ну, понятно. И его тоже возьмите. Прохладно стало. Ветер северный, Вань. Курил с утра. А сейчас вас с востока ветер дует, вроде. Думаешь? Вообще-то да, в спину. Но, сейчас на спину дует. Как бы... Вот, ну вот так это... Знаменитый. Потом поедет Тур де Франс. Смотри, как он идет, четко. У меня, блин, каретка, походу. Я втулку посмотрел сегодня, нормальные втулки у меня. Макс. Я набираю час. Понимаешь, багажник развалится, ехать, если по стиральной доске ехать, там вот эти тряски. Тогда ты помнишь, мы как ехали, там стиральная доска была, и кочки в лесу. А тут нет? Вот тут такой... Такой же будет сегодня. Здесь будет просто грунт. Такой накатистый грунт. Нормально. Значит, ты еды набрал, короче, на 4 дня. Не, ты... еще там много, еще там встречу.